Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт вводу в эксплуатацию сразу трех электроподстанций в Москве, Калининграде и Самаре. Объект в нашем городе находится в районе радиоцентра. Подстанция с названием «Стадион» будет питать Самара-арену и всю прилегающую инфраструктуру. Мария Шпакова с подробностями. Подстанция 110 на 10 киловольт носит название «Стадион». Сразу становится понятно, именно отсюда будет поступать электроэнергия на главный самарский спортивный объект 2018 года. Самара-арена, медиа-центр стадиона, тренировочные площадки, пожарное депо, комплекс зданий для сотрудников МВД, медицинские и реабилитационные центры. Все объекты на площадке радиоцентра будут питаться от подстанции 110 на 10 киловольт. Строительство начали в первом квартале прошлого года. Работы завершили на месяц раньше графика. Стоимость 660 миллионов рублей. Средства на строительство выделили из федерального бюджета и ПАО МРСК «Волги». Сейчас все готово к пуску. В церемонии ввода объекта в эксплуатацию в режиме видеоконференции принимает участие Владимир Путин. Старт работе дают одновременно подстанциям в Самаре, Москве и Калининграде. Все три входят в электросетевую инфраструктуру чемпионата мира по футболу 2018. Коллеги, Самара, Москва, Калининград, подтвердите готовность к вводу оборудования в работу. Самара готова. Москва готова. Калининград готов. Уважаемый Владимир, разрешите, пожалуйста, обеспечить вход оборудования в работу. По станции 110 на 10 стадион является современным малообслуживаемым автоматизированным энергообъектом закрытого типа. Все ее оборудование расположено в одном здании. На подстанции организованы заходы одной цепи линии электропередачи Московская 110-1 и одной цепи линии электропередачи 110 Семейкина 2. Оборудование для подстанции выбрано отечественное, современное, более экономичное по сравнению с зарубежными аналогами, а также простое и удобное в эксплуатации. Большая его часть поставлена местными производителями. Мария Шпакова, Дмитрий Алатырцев, Новости Губерния.